поступил в Академию ФК «Зенит», потому что я очень люблю играть в футбол. Пап, можно я пойду заниматься футболом? Мне сказал, подтянешься 10 раз и пойдешь. У меня ни друзья не прошли отбор, я прошел, и вот с тех пор я играю здесь. Ну, у нас там всякие игры проводятся, а на турниры. Тут хорошо учат, хорошо играют. Тренеры тренируют, гимнастика. У меня тут есть друзья. Больше всего запомнилось, как мы поехали в Голландию. Как мы там играли с разными всякими клубами там, и с Тоттенхэмом. Моя команда, она вся хорошая. Ну, иногда можем поссориться, но потом уже